Всем добрый день! Сегодня у нас тоже очередные аккумуляторы. Это аккумуляторы Robitron, представлены тип 3А. И данные аккумуляторы чем-то напоминают аккумуляторы Anylog. Единственное отличие, если те аккумуляторы до 2000 раз можно перезаряжать, то эти аккумуляторы уже можно перезаряжать до 1000 раз. И емкость предыдущих аккумуляторов минимум была 800 мАч, вернее максимум, а так минимум до 750 мАч, то вот эти вот аккумуляторы до 1050 мАч. Поставляется вот в такой упаковке, предназначена для различных устройств, фонарей, камер, пультов и различных игрушек, в том числе автомобильных. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Поставляется в таком варианте стандартом упаковка их. Изготовлена в Китае. Теряет малый заряд и сохраняет заряд при хранении в течение 1 года. И на 15% теряет свой заряд. Тоже вольтаж 1,2 вольта, как и Anylog, в отличие от стандартных на 1,5 вольта батареек. Вот такой вот вариант. Внутри поставляется двумя аккумуляторами. Давайте один скроем, один оставим на будущее. Можно использовать до 7 месяца 22 года. Они у меня уже давно лежат. На данный момент не окислились. И давайте посмотрим, как они взаимодействуют непосредственно с пультом. Давайте посмотрим эти два аккумулятора непосредственно, как они взаимодействуют с зарядкой LitoCala. Они достаточно сейчас разряжены. Сопротивление 52 и быстро набирают свой вольтаж. Давайте посмотрим, что из себя представляют аккумуляторы. После зарядки в течение недели они лежали, не использовались. Что с ними произойдет? В прошлый раз, ввиду того, что аккумуляторы достаточно долго лежали, около года, они практически разрядились. Те же самые аккумуляторы. И опять также проверим, как они светятся непосредственно в пульте. Так, вот у нас есть пульт. Вот мы их положили, и как видим, они у нас светятся. Кнопки имеются в виду, потому что в прошлый раз, ввиду того, что они были разряжены, мы не увидели это свечение. И давайте посмотрим вторую пару. Здесь такая же ситуация, не светится эти кнопки. А так батареи хватает ровно на полгода, в зависимости от интенсивности взаимодействия с этими кнопками, и кнопки больше не светятся, а дальше уже пульт работает в своем режиме. Вот такие вот аккумуляторы представлены. После недели зарядки они держат свой заряд, причем номинал полностью получили 1050. Давайте сопоставим с прошлым разом, как у нас изменилось сопротивление данных аккумуляторов и напряжение. Для этого опять воспользуемся стандартной зарядкой. Thank you.
И как видим, 51 Ом, 48, 52, 49, 51. И видим напряжение оставшееся на этих аккумуляторах. После того, как неделю тому назад зарядили их полностью, не все аккумуляторы способны так долго лежать и удерживать свой заряд. Тем, кому необходим данный аккумулятор, должен сделать свой осознанный выбор. Я свой выбор сделал. Информацию, как обычно, предоставил вашему вниманию. И результаты достаточно хорошие. Практически повторяют, за исключением количества раз перезарядки, всем известные Anyloop'ы Panasonic или ранее Sanyo. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.